Свадьбы неработающих студентов предложили оплачивать за счет университетов. О такой практике рассказала депутат Госдумы Ольга Коробова. Парламентарий заявила, что по статистике огромное количество студентов на последних курсах сожительствует, но не заключает брак. Например, из-за жилищной проблемы, которую можно решить с помощью семейного общежития или семейных комнат, считает депутат. По ее словам, молодым людям, не имеющим дохода, кроме стипендий и помощи родителей, снимать жилье очень накладно. Цитата. «Они говорят, мы копим на свадьбу, а в финансовом университете помогают сыграть свадьбу за счет университета. Это очень здорово и интересно». Конец цитаты. Этот способ Ольга Коробова предложила внести в сборник практик как одну из мер поддержки семей. Одна из практик, которая уже существует в вузах, когда университет помогает, компенсирует частично расходы, которые студенческие семьи тратят на свадьбу. Это может быть абсолютно разный формат. Какие-то университеты, например, приобретают пользу или компенсируют. Какие-то оказывают финансовую помощь именно на проведение свадьбы, если студенты оба обучаются в этом вузе. Это один из форматов поддержки молодых семей,